Здорово, всем привет! Я вас не слышу ни хера. Поэтому громко говорю. Едем на полигон, короче. Я слушаю новый клип Ники Минаж. Beat Studio. Я не слышу ни хрена, короче. Машина ревет. Идеальная шумоизоляция. Отвечаю. Лучше, чем в 222-ом. 100%. Это спонсор этого выпуска. Наушники Beat Studio. Беспроводные вообще, короче. Ссылка в описании на магазин, народ. Отличный подарок на Новый год, отвечаю. Отлично играют. Переходите, а мы подъезжаем на полигон и сейчас начнем. Так, вот мы приехали и готовы покорять внедорожье. Так вот, урок, который мне преподавал внедорожье в первый же день, я хорошо запомнил. Теперь я не буду суваться, даже несмотря куда я вообще еду. Прежде чем преодолеть какое-то препятствие, надо сначала вылезти, как я понял вообще, и подумать о том, как его проезжать. И вот первое препятствие, это, собственно, въезд на полигон, это спуск, довольно резкий спуск. Вот. Тут давайте подумаем, как лучше, собственно, здесь проехать. Я думаю так, у нас тут что? Справа колея довольно глубокая, слева колея получше. Вот. И хотя, в принципе, возможности моей машины хорошие, я могу, конечно, проехать и справа, и слева. Но все-таки для начала я не буду испытывать судьбу, а просто спокойно постараюсь ехать именно по центру. И потом уже заедем на полигон, поедем дальше. Так, а ну-ка давайте попробуем. Дальше у нас тут ров. Не очень глубокий, но коварный. Почему коварный? Потому что он точно по длине автомобиля. То есть, если я встряну, то мне уже не смогу взять разгон назад вперед. Поэтому я думаю, как мне надо проехать так. Сразу набрать динамику и сразу с первой попытки выехать. Потому что если я в нем встряну, мне уже раскачаться потом тяжело будет. Я начну закапываться. Потому что грязь жуткая. У меня уже мой протектор забился сразу. То есть мои грунтозацепы уже не работают. Сейчас надо с первой попытки все делать. Так, давайте попробуем. Налетел, аж бам, у меня же руль хряснул. Ну, вроде машина выдержала. Ну, так просто реально не вариант был останавливаться. Так, тут есть подъемство. Тут уже просто подъем. Я уже лифтом проеду и поеду в ту сторону.
Сейчас я помою колеса. Бесплатная мойка. Да, чуть-чуть туда-сюда поеду. Хорошо, едем дальше. Следующее наше препятствие — это колея. Колея, ну тут уже все зависит от возможности автомобиля. Но наша колея где-то тут сантиметров 30, так что я думаю, учитывая мой дорожный просвет, я должен тут вполне легко проехать. Давайте продолжим. Значит, сейчас я хочу проехать вот здесь. В принципе, это что-то типа среднее между распутицей и рвом. Нельзя сказать, что это настоящий серьезный ров. Настоящий серьезный ров — это вот тут. Вот именно тут я страшно. Вот тут я просто застрял так, что меня только на следующий день КамАЗ вытащил. То есть я заехал вот сюда в ловушку, и уже ни назад, ни вперед я не мог выбраться, потому что закопался по полной. Видите, до сих пор какие тут траншея настоящая. Вот. Надо было проехать вот так вот через это. Но я думаю, кстати, вот так можно попробовать проехать. Потому что когда так едешь, то хотя бы можно разогнаться. Вот я и разогнаться не мог. Я назад даю, упираюсь передним бампером. Вперед даю, упираюсь задним бампером. И никак не въехать, не выехать. Вот. Ну пока давайте я поеду там все-таки. И после этого уже попробуем подъем вот тот. Это подъем. Я не буду лезть в колею, потому что не хочу сильно прям осложнять себе задачу. Пока что просто попробую вот этот подъем. Он не слишком крутой, где-то 45 градусов. Ну, для стандартной машины это крутой, для нашей не очень. Я, чтобы легко, в принципе, туда подняться, постараюсь не попадать в колею, но точно по центру проехать и подняться. Потом развернусь и уже спущусь вот сюда. Попробуем проехать вот этот.